Ребята, всем привет! Интересную новость прочитал сегодня в интернете, на Яндексе, на главной странице, значит, опубликовали ссылку на статью, что Счетная палата пересчитала зарплаты 1913 года в современных рублях. Значит, ну, если кликнуть сюда, тут множество, значит, источников, где опубликована эта статья. Ну и первое стоит РБК. Вот. И, значит, статья такая, что Счетная палата решила, значит, перевести данные о зарплатах представителей различных профессий в Российской империи современные рубли. И, значит, приводится список зарплат дореволюционной России из 7 профессий. Значит, ну, первым, значит, не по зарплате, а в списке, значит, значится дворник. Значит, в 1913 году дворник получал 18 рублей в месяц. Ну, 18 рублей царскими рублями, что, значит, в переводе на нынешний рубль составляет 27 242 рубля. То есть ничего себе, так нормально. Вот. Значит, красильщик получал, ну, я сразу буду говорить на современные деньги, 42 234 современных рубля. Значит, жалование участкового составляло на наши деньги 75 688 рублей. Значит, у слесаря 85 981 рубль. Средняя зарплата чиновника среднего звена, так сказать, 93 853 рубля. Интересно, учитель гимназии получал на наши деньги 128 669 рублей. Последним в списке указан полковник, последним, но не по зарплате, который получал на наши деньги 491 тысячу рублей. Ребята, вот это была житуха. Это 1913 год. Ну что, что можно здесь добавить? Мне кажется, современной России до таких зарплат очень далеко. В общем, пишите свои комментарии по поводу этой статьи, ставьте лайки, если видео понравилось, подписывайтесь на канал. Спасибо всем за внимание, всем пока.